Привет. Блокчейники – это исследователь блокчейн, от слова блокчейн – цепочка. Вот, когда мы прогресс делаем, остальные бестолку живут. Мега мысль я опять надумал. Естественно, телевизор нельзя смотреть, потому что там безумные всякие новости, которые вообще и новостями не являются. Это просто реклама. Ну, Путина, какой-то чушь еще, чтобы кредиты брать. В общем, это уже, по-моему, в основном все знают. Даже те каналы, которые про дачу рассказывают, про собачек, здесь они тоже ненормальные, потому что среди них через такие каналы тоже пропагандируют рабство. Типа ТНТ, что вот ты где-то живи просто так, смейся. В итоге все равно все здесь ты проиграешь, нищим останешься, что бы ни делал. Поэтому телевидение здесь выродилось. И я его перестал смотреть. Так. Кронис. Что? Блин. И читал новости в Яндексе. На Яндексе вот страница. News Яндекс.ру. Раньше, но сейчас практически перестал читать, потому что это та же самая пропагандистская помойка. Каждая здесь, которая новость написана, она ради зла создана, чтобы что-то тебе вот какую-то подлюку устроить, чтобы ненужное время отнять у тебя, какой-то начать тебя подготавливать к чему-то там, что вот, блин, задолбал. Что вот интернет должен быть какой-то местный, с фоткой Путина, и все, больше ничего. Но это не интернет, это будет локальная сеть. Я даже не знаю, что в ней можно будет делать, какие-то фильмы скачивать, но опять же их надо будет где-то брать из общего интернета. Ну, в основном я просто хотел сказать, что да, это все вообще не новости. Это просто, ну, как рекламная газетка. Вот были раньше рекламные газетки, пихали в ящики. И, ну, нет никакого смысла в этой рекламе. Реклама, она имеет смысл, когда ты, например, что-то можешь такое кардинальное выбрать. Вот ты пользуешься, а там вот что-то есть дешевле и лучше. И ты такой, хоп, туда прыгаешь. А какая-то информация что-то в себе должна нести. Здесь же, ну, чисто в Яндексе вообще это все просто бессмыслица, либо вот пропаганда, что там государство нужно, там просто показывать какие-то рожи президентов, которые давным-давно не нужны, и премьер-министры, которые с их полномочиями потом будут пихать, они тоже не нужны. ДНР тоже не нужен никому. Кремль никому не нужен. Ну, нормальным людям Кадыров никому не нужен. Ну, кроме его дружков, конечно, банды. Так. Путин едет в Петербург. Ну, без разницы вообще. Здесь ничего не меняется. Приедет, уедет. Ну, только, ну, хуже становится, да, я неправильно сказал, что ничего не меняется, хуже, конечно, становится. Так, уничтожение еды, ну, про это тоже всем известно, что еду не надо уничтожать. Если таможня не работает, если везут какой-то товар, и через таможню он проехал, то уже потом бессмысленно делать. Таможня должна не пропускать ядовитые какие-то игрушки, что-то еще. Если пропустила, ну, значит, надо чинить как таможню. Но ее никто, естественно, чинить не будет. Там какие-то махинациями занимаются. Поэтому, ну, к чему вот эта новость, еду готовят? Не работает таможня.
Ну, нафиг она нужна? Тогда просто выгоните всех. И зачем? Я не хочу спонсировать эту таможню. То есть какой в чем смысл вот вообще вот это в этой писанины? Дольщики, ну это просто ужас, вот эти дольщики утомили, потому что там же какие-то деньги нужно, чтобы квартиры покупать, а у меня вообще никаких ни доходов, ничего нет, поэтому зачем мне про этих дольщиков пишут? Но они, я понимаю, они пишут, что вот государство думает, сейчас вот обратило внимание, но в итоге все равно и дольщиков киданут, и меня киданут. Ну и вот такой вот хлам, так что... Блин, я не могу даже описывать эти вот... Как не новости, даже как назвать. Спам, наверное, спам, вот это все спам. И главное еще, почему это не является новостями, здесь вот источники, и ты не можешь поднастроить. Вот. Ну нет, ничего там, не хочу видеть. Вот, например, что вот я нажал на это. Здесь всякие РИА, там будут новости. Вот эти вот источники. Ага, избранная есть. А удалить нету, потому что да, выбор будет. Ну вот, да, Стас, вот это хламовое, спамовое агентство. Так. В общем, Яндекс давным-давно на 100% под контролем фашистского государства бандитского. Что это у меня выскочило? Ничего не понял. Видео какое-то, что ли, появилось? Блин, сейчас меня еще заблокируют за это видео. А чтобы картинки были. Так, все, надо уходить отсюда. Просто... А, и реклама. Реклама, ужас. Хотя блокировщик стоит, он что-то не проходит. Ну да ладно. Яндекс и не смотрел толком, и не буду смотреть. Курсы иногда смотрю. Так, теперь вот Google новости. Они получше. Здесь видите. Лучше только тем, что можно вот поднастраивать. Так, я, кстати, уже поднастраивал, что московский комсомолец. Хлам какой-то. Аргументы и факты. Хлам. Здесь вот можно на три точки нажать. Скрыть. Все. Но в итоге останется что? Новая газета, медиазона, все, я больше не знаю никаких нормальных агентств новостей. Но здесь вот вы еще можете поднастраивать. Вот сохранить, поделиться. Так, а что-то взгляд с разных сторон, не помню. Но опять же, все эти новости, опять же, чисто вот с администрации государства, президента, хлам. С разных сторон. А каких разных сторон? Это все спамовые. Свободная пресса. Это вряд ли. Вот Радио Свобода, ничего можно посмотреть. Но это все хлам. Какие-то все один источник. Он рассылает в эти 100 газет. Поэтому придется отказаться и от Гугла, наверное. Я попробую, конечно, поудалять, но вот как перейти. А здесь удалить нету. Нет, никаких разных сторон. Тут одна сторона поганого государства. Так. Опять же, все то же самое, что и на Яндекс Новостях. Даже какие-то компрометирующие, типа удостоверение Путина Штази. Опять это в интересах государства. Ну, там люди подумают, молодчага там, разведчик Русь поднимает.
Так, ну что ж, 10 минут. Достаточно. Все, это все агрегаторы, они там говорят, надо взять под контроль агрегаторы, давным-давно все они взяты. Яндекс 100%, Google новости 99%, спама, хлама, пропаганды, зла, тьмы. Так что это не смотрим. Находим какие-то маленькие сайты, каналы людей, каких-то маленьких новостях, может просто какой-то ролик снятый, это и есть новости нормальные. Ну, где какую-то можно информацию подчеркнуть. На этом все. Пока, блокчейновцы. Это был исследователь. Подписывайтесь. И у меня на канале тоже новости. Настоящие. На ютубовском канале. Хотя с ютуба тоже надо уходить. Там страшная цензура. Ну а теперь уж точно все. До свидания.